Я же говорю, глюки. Айзек застрял. Я в том смысле, что вроде бы было 60-70 патронов на плазменный резак, и уже нету. Что же за фигня-то? Так, ну все, теперь смотрите, теперь у нас в рюкзаке места должно быть больше. Так. Так, а его можно было продать, по-моему. А, хорошо, сейчас мы тогда продадим вот эту на время. Да, продаем. И купим, пожалуй, вот эту пушку. Блин, 8000. Плюс аптечка еще нужна. Ну, нам хватит, конечно, но это перебор. Хорошо, покупаем. И аптечку за 5000. Не, не будем. Так, а вот этот вот агрегатик, он достаточно неплохой, насколько я знаю. Да, я помню. Блин. Так, что такое? Верстак. Силовые узлы. Да, отлично. Силовые узлы, правда, нельзя продавать, но это было бы слишком жирно, я думаю. Так, хорошо, труборез. Смотрим, чё, объем. Вообще, а, подожди, у нас вот тут вот темка есть. О, у нас 3 силовых, можно качнуть. Так, куда качнуть? Либо вот сюда. Да, мне кажется, сюда даже лучше будет, смотрите, если мы сделаем вот так. И вот так. Отлично. Просто супер. То есть мы могли вот это зря просрать, а тут, видите, как все круто. Так, это получается, я качнул объем. Ущерб, скорострела бы еще немножечко. Скорострел у нас... Скорострел у нас почти прокачан, кстати говоря. Все, с силовыми все. Потом будем, я думаю, перестанем на этот резак. О, 16 уже. Ой, свет загорелся сразу. Так, а тут у нас... Так, хорошо, хорошо. Хорошо. Я думаю, надо засейвиться после покупок. И... двигаться вперед. Хорошо. Ни хрена не видно. Но это нормально. Это норма. Что-то как-то долго мы. Ну все ясно. И ни хрена опять не видно. Так. Фига тут припасов. Ого, 10 тысяч дали. Офигеть. Нормально. Так. Фонарь бы поярче. Смотрите, как классно мы выглядим. Хорошо. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Я ни хрена не вижу почти что. Так, ну вроде все забрали. Посмотрели. Блин, реально ничего не видно. Так, что-то у нас. Во, схема какая-то. Лазерный магазин. Только что... Как? Только лазерный магазин? Офигеть. Так я не понял, а как вот это вот... Ага, вот. Вот оно что. Ну хорошо. 500, по-моему, дали, да? Все, можно. Можно идти дальше. Так, только вот куда идти? Сюда, наверное, да? Ой, а где моя... А, вот. Ого, с первого раза, нет? Видали, какая пушкенция классная? Еще вот так вот можно делать с ними. Но его прокачивать нужно, потому что со временем он будет становиться хуже. Альтернативный огонь. Так, я не понял, а нахрена мне дали для снайперской? Что-то непонятно. А нафига они мне нужны вообще? Я даже... У меня нет снайперской. Она даже, по-моему, еще в магазине отсутствует. Ну, по читерскому-то она есть.
кредит, это круто. Так. А я знаю, что сейчас будет. Да-да, именно так. Я ж стреляю вроде. Попал, нет. О, нормально. Давай, все, все. А, он упрыгал. Блин, сколько их там? Во, вот, во, нормально. Как раз патрон мало. Ух ты, гад. А еще вот так вот можно. На. Вообще, нормально. Все. Так, плазменный. Патронов вот. Можно и так тоже. А еще пушка хороша чем, знаете чем? Тем, что она их расфигачивает, да, распиливает. И плюс еще с них вот так вот, видите, давить не надо, не обязательно. Потому что как бы она уже все за вас делает. Аптечка. Сейчас тут посмотрим все, что. Может быть, что-то интересное будет для... Может быть, что-то... интересующее нас будет. Ну, может, и есть что-то, но что-то тут не оху... О! Так, куда нам? Там, видимо, то же самое. Ну, там могут быть, знаете, что? Там вроде ничего нет, да? Ну, хорошо. Ха-ха. Вот так. И насколько я знаю, вот этот вот диск, который мы альтернативным огнем стреляем, он, по-моему, не отдельный. То есть он... Вот я, им, я его включил, этот диск. Да? Включил. И потом им же стрельнул. Это не как дротик. Ух ты, вот это... Вот это. Смотрите, у меня сейчас 6. А, нет, все равно... Да, альтернативный огонь используется. Я-то думал, вот поэтому. Ну, хорошо. Блин, давай... Куда офигели? Посмотрите, использую один патрон на одного, даю трешку. Ну что, круто? Выгоды-то есть. Так, опять что ли такие? Опа, нифига он крутой. Опять мне это говно дают. Фига мне это. Вот сейчас здесь где-то вылезет, надо валить. Чё-чё-чё. Так, это нам вообще не надо, нафиг. Да ё-моё! Ну на этого всегда можно одну тратить. В принципе-то. Хорошо, идем дальше. Так, а что у нас там? 9 всего, давай офигели. На среднем игра, я же вам говорил. Так, иди в задницу. Ну все, вот и лифт заработал. Отлично, идем дальше. Так.
Так, куда тут? Сюда.